Года для меня стало белорусские устрицы, воронежский пармезан, белорусские креветки. Да, наверное, так. А для тебя? Знаешь, для меня открытие года – это сегодня, здесь, самая желанная номинация, потому что я люблю, когда открывают что-то особенное. Номинация «Открытие года». Для вручения премии на сцену приглашаются актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Блёданс. И музыкальный продюсер, композитор Игорь Матвиенко. Открытие года. В номинации представлены «Время и стекло». Юлианна Караулова. Егор Крид. Смотреть в глаза молчу я, но ты не поняла, что без тебя не смогу. М-бэнд. Моя Мишель. О, меня химия, мальчико. Открытие года. Добрый вечер. На самом деле так волнительно представлять молодых, у которых еще все впереди, которые, я уверена, скоро займут первые ряды и здесь будут сидеть такие важные, а сейчас еще трясутся где-то за кулисами. Я хочу, чтобы эта премия открывала как можно больше новых имен и чтобы наши дети слушали красивую, добрую музыку и любили своих родителей. Не знаю, почему я это сказала, наверное, потому что это то, что меня волнует, и то, что, мне кажется, в каждой семье самое важное. Музыка, любовь, семья. Добрый вечер. Всегда мечтал постоять хотя бы рядом с Эвелиной, с прекрасной. Вы знаете, как сказали некоторые артисты, действительно, первая премия – это некий аванс, с одной стороны. С другой стороны, это некий итог, потому что премия, которую сегодня вручают, это все-таки вот за какой-то такой достаточно большой промежуток времени. Я бы не сказал, что это за год. Но мы разрабатываем специальный концепт, программу, как должно правильно голосоваться на следующей премии. И поэтому, может быть, вот как закончится эта премия, вот с этого момента начнется уже работа по тому, что мы все с вами будем голосовать за следующих артистов, за следующие песни. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы у нас на сцене появилось много новых имен и много новых продюсеров, много композиторов. Ну, вообще, чтобы вот немножко наша жизнь непростая в шоу-бизнесе, она немножко оживилась. Вот, и поэтому... Игорь, ну не томите уже, откройте конверт, чтобы знать, кто открытие года. Да открыл уже. Ну? Кто? Ну? 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 М-бэнд. Простите, да. Честно, первое, что хотелось сказать, это типа, чё? Вот, конечно,
Для нас это, правда, очень неожиданно, и хочется еще раз сказать спасибо всем тем, кто в нас верил. Спасибо, в первую очередь, первому человеку, который в нас поверил, это Константину Меладзе, также нашей большой семье. И спасибо всей нашей банде. И мы с парнями хотели бы присоединиться к словам Эвелины, что все делается во имя доброты, любви и семьи. Спасибо всем. Мы вас очень любим. Спасибо большое. Ваш МБН с любовью. Поздравляем, МБН. Браво. Спасибо огромное. Это сегодня уже ваша вторая статуэтка. Мальчики, вы слишком молоды. Отдайте. Итак, дорогие друзья,